поняли, что я разъединила вашу связь с высшим разумом и вашими братьями-змеями. В этом нет ничего личного. Но мне бы не хотелось, чтобы вы тоже попали под их влияние. Вы теперь мои. Верно служите мне, я оставлю вам... Моя королева, люди не подчиняются приказам, и нет никакого подкрепления. Вы должны выполнить свой долг. Убейте изменников во имя вашей королевы. The Hive Cluster is under attack. Я закован.
attack. Желаю за тебя, Керриган. И, кстати, скажи мне, зачем ты попросила нас с Фениксом доставить тебе Мэнкска? Ты все еще подозреваешь, что я убью его? Я переступила через это. Мы не можем позволить мелкой ненависти заслонить реальную опасность, которой является земной директорат. Это верно. Арктурус, думаю, ты нашел свою холодную планету? Что это значит, Керриган? Прямо в точку, а? Я хотела поболтать. Почему я здесь? Мне нужны твои пси-эмиттеры, Арктурус. Зачем? Помнишь птиц Раптор, который ты так и не нашел? Директорат нашел. Из-за этого я теряю контроль над своими зерками. С помощью пси-эмиттеров можно заставить зерков избавиться от дисраптора и, соответственно, от директората. И потому ты вызвала меня? Какой политик. Ладно, император. Если ты поможешь мне уничтожить птицу-раптора, я помогу тебе вернуть Кархал. Заманчивое предложение. Но какие ты можешь предложить мне гарантии? Единственная гарантия, которую я тебе могу дать, Артур, это то, что если ты не поможешь мне, то до конца своих дней будешь императором в своей клетке 8 на 8. Вижу, ты осталась прекрасным оратором. Ладно, Керриган, я перегоню тебе несколько эмиттеров.